Посол WorldSkills Александр Гудков вместе с казанским объединением «Громкие рыбы» снял ролик «Рабочая зарядка». В видео, посвященном утренней зарядке, также снялись работники Казанского вертолетного завода и Казанского мотостроительного производства. Упражнения выполняют молодые люди в рабочих комбинезонах, используя различные строительные инструменты. Идея пришла достаточно просто, ведь Александр Гудков был послом WorldSkills, уже был, можно говорить, был. И поэтому, коль уж он приезжал к нам в Казань, коль уж он был у нас там в течение 2 дней, почему бы не снять с ним ролик, ведь именно этим он и гораст. Ролик сняли в рамках культурной программы WorldSkills Казань-2019, которую организовала дирекция спортивных и социальных проектов совместно с дирекцией парков и скверов Казани. Видео снято возле озера Кабан под трек «Pop and Jump» от бельгийской ретро-группы «Технотроник» и оформлено в стиле видеоклипов зарубежных исполнителей конца 80-х, начала 90-х годов. Все силы напряглись, чтобы вот тот... Те 2 часа, пока Гудков есть в наше распоряжение, мы что-то смогли с ним сделать. Примечательно, что съемками занимался коллектив «Громкие рыбы», который сделал нашумевший рекламный ролик чебоксарского трикотажа. Сейчас в планах у ребят выпустить сериал, а это значит, что в скором времени нас ожидает еще один хит. Лилия Талипова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.